Ты спрячешься, пока я не узнаю, что происходит. Ох, это вы нам звонили? Да. О, ты, наверное, Виктория. Заходи, дитя. Спасибо, что помогли нам. Эта девушка очень важна. Возьмите это. Мы позаботимся о ней, сын мой. Диана сказала, тебе нужно ожерелье. Не потеряй его. Ты вернешься? Я буду рядом. $37.50 за ночь и без гулянок. Алло. Птаха, надо встретиться. Твоя слава тебя опережает, друг мой. Восхищаюсь теми, кто не боится срать там, где жрет. Тебе, наверное, нужны какие-то сведения. Я готов сыграть на твоей стороне. Но сперва я тебя кое о чем попрошу. Ты слушаешь? Клёво. Тут есть один выскочка, зовёт себя король Чайнатауна. Да-да, не самый скромный товарищ. В общем, я хочу, чтобы он ушёл в отставку. Ну, ты понимаешь, о чём я? В центре города, и отряд грязных копов сторожит его на каждом шагу. Он редко бывает один, разве что встречаясь с барыгой рядом с площадью. А в ближайшем переулке у него стоит крутая европейская тачка. Вот и все, Мика. Позвони мне, когда закончишь. Идет? Есть множество способов убить короля Чайнатауна. 12 из них являются испытаниями. Чтобы просмотреть список испытаний, откройте ноутбук. Пройденное испытание даст вам постоянный бонус к счету. Чем больше испытаний вы пройдете, тем больше очков сможете получить. Счастливой охоты!
Тахо. Когда-то лучший осведомитель агентства. Я нуждаюсь в нем для того, чтобы защитить девочку. Но этот человек торгаш, и его услуги обойдутся недешево. Кви-про-кво, все имеет свою цену. Чтобы привлечь его на свою сторону, я устраню его конкурента. Это не официальный контракт, но король Чайнатауна должен умереть. Китайская капуста, свежая китайская капуста. Зеленый чай, суп мисо. Да, да, я знаю, кто. Тащи сюда свою сумку. У меня сахарок кончился. Добрый день, я тот еще сластенок. Вам нужна сумка? Мадам, хотите сумку? Свежая лапша со свининой, очень вкусная. Люди, подходите. Да, мы попробуем. Хорошо, вам 6. 6, хорошо? Горячие свиные пельмешки. Привет. Да. Блин.
Есть тут кто? Что? Thank you.
сорванная! В общем, я хочу, чтобы вы прислали этого парня за... Сукияки! Терияки! С устрицами! Бурый рис! Брокколи! Жареные овощи с морепродуктами! Отвечать на вопросы. Усёк? Кажется, усёк. Присаживайтесь. Прекрасно. Заходите в мой магазин. И заходите сюда. У нас всегда есть...
иначе. Эй, в чем дело, приятель? Проходите, да, у нас есть шведский стол, у вас подарок. Алло? Вот ваша сдача. О, да, привет, я вам уже 3 сообщения оставил. Спасибо, что наконец ответили. Эй, приходите, присаживайтесь, чего пожелаете? Вы хотите сказать, что страховка это не покрывает? Да вы смеетесь надо мной. Я у вас уже 10 лет страхуюсь. Да неужели? Ладно, ну и пошли вы тогда. Спасибо, не надо. Да, да. Куда ты там хочешь, Пирсик? И мне тоже сделать? Не буду я его прокалывать. Потому что язык распухает так, что говорить невозможно. Ты о чем? Добрый день. Я знаю. Соус с устрицами! Бурый рис! Брокколи! Нечего к честным людям подкрадываться. Хороший магазинчик. Мне нравится. Жареные овощи с морепродуктами. Процветай. Слушай, я хочу, чтобы у тебя и дальше все шло хорошо. И знаешь, что для этого надо делать? Надо вовремя платить по счетам. Диспетчер, у нас ЧП. Эй! Могу помочь? Нет, нет, я сегодня утром читал. Здравствуйте, вам сколько? Добрый день, сэр. Да что здесь произошло? Что принесло твою мрачную лысину в мое жилище? Мне нужна информация. Так это же мой бизнес. Информация. Тебе нужна информация? У меня И она бесплатно, есть. Бесплатно, конечно. О, ты чертовски прав. Не бесплатно. Девушка зовут Виктория. Агентство ищет ее, я хочу знать, зачем. Не-не-не-не-не, стоп.
Агентство? Я должен сунуть нос в дела агентства? Ты чего, псих? Да, ты псих. Ну ладно, и сколько ты готов выложить? Назови свою цену. Ну, твои инструменты. Что говорят на улицах. Если кто-то упомянет девушку, ты знаешь, что делать. Я тебе позвоню. Позвонишь.